Комиссия по ценным бумагам Израиля планирует изучить целесообразность введения регулирования сферы ICO. Глава комиссии по ценным бумагам Израиля, профессор Шмуэль Хаузер, сказал, что технологии блокчейн в целом, криптовалюты и ICO – это разные понятия, которые должны регулироваться соответствующей нормативно-правовой базой. Комиссия планирует изучить каждое ICO отдельно, взяв во внимание нормативные требования и обязательства по нему. Только ICO, относящиеся к ценным бумагам, будут попадать под юрисдикцию комиссии, ведь это финансовый инструмент, часть развития финансовой отрасли, которую мы приветствуем, но им нужно правильно управлять и регулировать его, заявил Хаузер. Планируется, что соответствующий закон будет подготовлен уже к концу 2017 года.